Чего вы все за мной бе... Есть! Попал! Он даже пукнуть не успел. Этот стулом закрывается. Деревянным от огня! Совсем сдурел, что ли? Я возьму... Эть тебе! Эть тебе! Эть тебе! Магия магии, а электрошокер это прям вещь. Приветствую, дамы и господа. И вновь мы играем в Paint the Town Red, наш кубический файтинг про, соответственно, кубические же драки. Играем, как всегда, в пользовательские уровни, и сегодня у нас Чиевс концерт. Концерт шефа, шефский концерт, концерт у шефа, шеф на концерте. Короче говоря, в общем, что-то связанное с концертом и с каким-то шефом. Шеф чего, не уточняется. Автор данного уровня Саму 85 или Сейму 85. Известный, видимо, также как Blackbird, черная птица. О, блин. Пафос, эпик и все такое. Так, ну что, вот, в принципе, все. Собираем музыку. Мало ли чего там. Ну и поехали к шефу на концерт. Так, музыки нет, но это потому, что мы ее выключили. Так-то она, наверное, есть. Давайте сразу отсюда уйдем. Нет... Не уйдем. Эти замечательные люди каким-то образом испарили дверь. Давайте хотя бы денег возьмем. Блин. Да господи, больше одной пачки не взять, что ли? Да что ж такое? Ну ладно. Че, мусорник? Пойдемте тогда на концерт. Тут народ спит. Сбитый в руках. Проткнув себя битой, он спит. Вот что. О! Смотрите, что нашел. Ну да, патронов. Не понял. Воу-воу. А, вот у нас тут что. Добрый день, здравствуйте. Не обращайте внимания на то, что я с оружием. Нормально, это электрик местный. С этого электрика бы первого грохнуть. Что это с ведром такое? Ведро явно не в порядке. Оно нервничает. А, туалет. Secret button. Чё? Звук такой, что что-то упало. А, во. Чё это было? Не понял. Ты под себя, что ли, или ты облился просто? Ясно, ясно. Пофигу, сами разбирайтесь. Так, тут уже кто-то до меня начал. Так, мне тут написал знающий человек, что надо... О, у меня есть союзник. Здорово. Союзник, тебе автомат дать? Что надо где-то в туалете найти кнопку. Такую-то. Здравствуйте. Вот надо ее найти. Видимо, она тут самая важная. Кнопка? Нет. А, вон кнопка. А что с ней не так? Ну, кнопку нажал. Что-то упало? Нет. Ты в очереди стоишь? Там кто-то пляшет. Ну ладно, жди, пока он напляшется. Смотри, только не обделайся до этого времени. Кнопка. Здорово! Уровень пронажимания кнопок. Чувак, ты... Ладно. Ребят, у вас кнопок тут нет? Ничего себе. О, еще один союзник. У меня два союзника уже. Опаньки. Тут есть кнопка? Нет, тут есть кубик. А, может закончить уровень? Да, ну все, давайте. Тогда... Что-то мы ничего не закончили.
За стенкой огонь, пламень какой-то. Прям пламень, огонь. Но тут нужен какой-то желтый ключ. Где я его возьму? А это что такое? А это синий ключ. Эй, отдайте мне обратно. Вот. А вон красный. Кнопка. Жмем. Где это я? Так, я походу сейчас вообще этот уровень пройду просто вот без стрельбы. Чисто. Дальше. Кнопка. Короче, мы драться в этом уровне не будем, я так полагаю. О, смотрите, что нашел. Желтый свинорез. Вон еще что интересное есть. Катана есть. Блин, ну прикольно. Но там и противников было столько, что мам не горюй. А это что такое? Я вроде не бил никого. Так, я так понимаю, эти комнаты все пустые, да? Вроде все пустые. Prisoners. Chef Room. Chief Room. А, тут типа разные шефы. А что-то с босс. Ну да. Это, видимо, концерт всех шефов, которые тут есть в ПТТР. А щиты реально? Я возьму. Да. Там, кстати, дверь была синяя. Есть кто дома? Есть кто дома? Блин, открывайся. Да откры... Не зря я туда ломился. Кнопка. Сколько тут кнопок-то всего? Turn on lights. Эту нажмем. Все кнопки сейчас перенажимаю. И пройду уровень, ни единого удара не сделав. Да? Нет? Блин, я опять в зал пришел. Да, я здесь был уже. Вот эта лестница. Кстати, лестница. Там же синяя эта дверь с синим ключом. Secret room. Заряженная. О, кнопка. А это что такое? Choice your song. А, музыку. Ну да, я извините, не могу. Мне за любую из них по шее дадут. Наверное. Кто там есть? Выходим, руки за голову. На пол все. Всем лежать. Лицом вниз, руки за голову. Это что? А, это ХП. Тут есть ХП. О, стрелялка есть. Это прикольная тоже. Old Boss Room. Блин, что тут за лабиринт это, ё-моё. Варлок класс? А? Чернокнижник. Это который фаерболами шмаляет? А что, давайте возьмем, постреляемся. Стреляем фаерболами. Опа. Там где-то была желтая дверь. Что, берем? Фаерболами будем стрелять? И тысяч. Блин, я сразу уроняю щит. Мне это не нравится. Зато прикольно. А другого выхода нет. Надо обратно идти, да? Я правильно понимаю? Или там был выход? Или не было? Я прошляпал, не прошляпал? Нет, нет тут никаких выходов. Надо идти обратно. Так, ну что, я все нажал. Уровень не заканчивается. Значит, придется это самое, как бы кого-то стукнуть. А, вот еще союзник. Третий союзник. У меня союзники есть. Тебе того же. О, еще союзник есть. Тут много союзников. Блин, как будто больше становится. А, в смысле, если я нажимаю кнопки, появляются союзники. То есть, если я перенажимаю все кнопки, то они все станут моими союзниками? Или нет? Нет. Ну ладно, тогда давайте кого-нибудь завалим. Например, электрика. Он мне не нравится. И у меня кончаются патроны. Бам!
что его друг тоже электрик. Не то чтобы я не любил электриков. Фью. Блин, я его пнуть не могу. Тихо. Ты не электрик, ё-моё. Куда ты лезешь? А где электрик? Да вы не электрики, ё-моё, оба. Ё-моё. Электрик исчез, короче говоря. А кто-то стырил мою палку. На. Ой, я извиняюсь, я в электрика, просто в оранжевого целился. Он похож на электрика, но он не электрик. Блин, он меня стукнул. Опять мимо. Блин, хотел пинка дать. Загорелся. Фью. Бойтесь меня, я сею пламя. Правда, мимо все время, но равно. Еще могу вот так сделать. Оп. Я еще не понял, что произошло, но было забавно. Всех сжечь, всех сжечь. Пиу. 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 А, все, пью, кончились. Кстати, надо способности понабрать и шарахнуть ими. У него, наверное, способности-то веселые. Я уж не помню. Ой-о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 й. Не пугайте меня так. Бутылку нашел. Держи. Железяк какая-то. Да, отлично. Выстрелить в толпу и не попасть ни в кого. Это только я так умею. Учитесь. Никто так больше не умеет. Так, ну что, кто где? Минус. Этот не минус, но все же. Вот это, по-моему, минус. У тебя топор. Классно. Человек с топором. Можно топор у тебя взять? Нельзя? Е-мое! О, в топориста попал прям-таки. В дровосека. Как подобрать такое? Пиу! Пью. Ты сдохнешь когда-нибудь? Нет, он никогда не сдохнет. Он все прыгает и прыгает на меня. И пофиг, что он не умеет дистанцию рассчитать. Все равно страшно. Кстати, а я же теперь не могу класс обратно поменять, да? Пью. Есть. А топорист где? Вы не видали, тут топорист ходил? Дикорастущий. У меня есть вторая способность. Ты-тыщ. Фаербол пульнул куда-то, все загорелось. Я молодец. Я молодец. Погоди, мне надо фаерболы зарядить. С фаерболов я как-то не очень себя чувствую. Не уверена. А с тобой что? Пляшет так, что ли? Танцует? Просто дурной. Ну, ну, ну. И вы застряли, да? Хе-хе-хе-хе-хе. Помочь? Пью. Кто-то свалился. Почему-то. А. Держи. Оп.
Ну ладно, в этого не попал. Что поделать? Ну, не всегда же я могу вот так делать вот. Надо иногда и лажать. Блин, он мне все время кажется живым почему-то. Он весь такой в ритмике, в динамике. Ну почти. Минус боксер. Так, что здесь у вас творится? Вот эти прикольные штуки, я их обожаю. Смотрите, их можно толкать туда-сюда. Уйди, мешаешь. Пиу. Интересно, если ее так толкнуть, она улетит, кого-нибудь сшибет, нет? Да господи, что ты больше. Гореть. А где топористы-то грохнули? Топор бы у него забрать. Он ему все равно не нужен, а мне пригодится. Надо бы третью способность разогнать. Смотри, что она из себя представляет. Ну-ка. Держи. А, вот топорист, я ж тебя искал. Куда ты побежал? Вот где он тебе? А, вот он. Чё он такой живучий? Босс, что ли? Не похож. Зайти мне пройти. Ой, куда я тебе? Воу-воу-воу-воу. Прилетело хреновину сверху. Так. А где все мои союзники? Они что, все померли? Так какой с них прок был? Да, о, как он пригнулся-то? Слышь ты, Нео? Ты что делаешь? Да-да-да. Помню твою фишку. Пью. Пью. Гореть. Гореть. Бланш. Минус два. Да, нет. Кто-то помер. Что это за юниты такие? Выглядят как обычные, но хрен убьешь. Зачем они такие вообще? О, щит. А, щит не пригодится. Держи. Так, сейчас у меня третья способность зарядится. Смотрю, что это такое. Что получилось, что изменилось? По-моему, ничего. По-моему, какая-то хрень. А что происходит? Что творится? Это тоже способность такая или что? Держи. Вторая пока мне нравится больше. На тебе в лоб. Печальный вопль. На тебе в нос. Все равно от этого не помрешь. А мне приятно. Вот вам немножко магии. А у них маг, по-моему, в шляпе. Ой. Ой. Магия. Магия, магия. Фаерболы. Я возьму. Эти тебе. Эти тебе. Эти тебе. Магия, магия, электрошокер это прям вещь. Жать.
Боксер, тебя не узнать. Дай ему еще пару раз. Ладно, сам справился. Так, вторую врубаем. Ты-тыщ! Бум! Весело. Что ж ты такой большой падаешь-то раньше всех? Местная охрана, походу. О, дубинку, дубинку, одолжи дубинку. Тебе все равно уже не надо, а мне? Надо. Блин, большой, опять улетел первым. Что за фигня? Да куда? Боксер, откуда? Ты куда? Сворачиваешься. Ну. Печаль, печаль, горе. Так. Бежи. Фаерболы, фаерболы. А я маленький такой. Держи стул. Да я хотел взять биту. Взял. Дынь по носу, дынь по носу, дынь, дынь, дынь. А это какой-то живучий боксер. Привет. Бэм. Не, фаерболы прикольные. Единственное, что очень страшно все время. ХП мало изначально. Бежи. Держите, ребят. Для вас не жалко. Я тебя спас вообще, слышь? Что-то врякнул невнятно и все. О, фабричка. Фабричка, это хорошо. Что делаешь? Что делаешь? Все, магия тебя покарала за это. О, меч какой-то нашел. Я прям сейчас угол этот зачищу, я чувствую. Ой. Так, заряжаемся, заряжаемся, отходим, заряжаем. А где стулья тут были? Их можно было бы покидать в сторону. Бутылку только. Ну, пофиг, по-моему. Я вот не обратил внимания, а вот это что? А вот это вот как? Это что такое? Этот какой-то прям злобный. Судя по звукам, это вообще якудзовский босс. Держи. Да ну тебе нафиг. Чё с тобой, мужик? Маге. 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 Ну пофиг. Давайте этих еще раз прошарашим. Ой, не-не-не-не-не. Не надо меня бить, ты что, дурел? Он что, стоит, меня ждет и прямо ждет. Ага, да, он меня ждет, смотри-ка. У меня караулит. Еще этот, блин, шляется за мной. Не, ну вот это, конечно, шедевр. Шедевр искусства по ТТР. Да иди ты к черту. Куда ты взялся вообще тут? А, они все там бросили и теперь за мной бегают. Я понял.
Я это возьму. Мне очень надо. Нет. Сломал. Фью. Ты один за мной опять бегаешь? Так, надо идти за инструментами, я так полагаю. Магия — это хорошо, но надо за инструментами идти. Инструменты были здесь, здесь, где-то они были. Я не помню где. Где-то были. Где-то они были. А вот где, не помню. Уйди. Чего вы все за мной бегаете? Не лезь. Магия тебя покарает, слышь? Ну, а я предупреждал же. Предупреждал. О, нашел катану. Так, желтая дверь. Но за ней что-то горит. Я не хочу туда. Че себе? Это что такое? Не беги сюда. Не беги сюда. Пошел вон. Пошел вон. Ну, я предупредил, я сделал все, что мог. Давай вдвоем заметим, погоди. Потом, давай его сейчас. У него кувалда, видишь, он опасный. Блин, у него уже скелет остался, ему пофиг. Все. Теперь можем завершить наш вопрос. Я возьму это. Так, а что это у нас тут такое? Можно взять и не обжечься. Это хорошо, мне нравится. Теперь надо за ХП дать. А ХП было напротив, да? Ой, рожа, господи. Лестница, блин, уйдите, вы тут мешаете оба. Так, ХП было здесь, да? О, стрелялка. А чё так в ней мало этих? Может, барды есть еще? Тут есть чем драться, я вам так скажу, есть чем драться. Пу-п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 у. Тихо, не подходи. Магия. Вот так. Магия. 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 Не достал. Я вроде как и закрылся, но все равно шаг назад сделал, он не достал. Магия. Все. Этот что-то понял и побежал. Пиу. Пиу. Дыщ. Ну. Ладно, идем еще за инструментами. Они тут были еще. Так, где я катану нашел? В каком? Из этих самых офисов, комнат, что это. Вот, здесь была еще вот эта штука. Которая должна башку взрывать нафиг. Блин, это явно непростые ребята. Или у них ХП там вкачано, черт знает какое. Зачем? Почему? Магия. 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 Да блин, куда я магию-то? Одного шарахнуть пытался, шарахнул другого. Нет. 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 А вот такая магия как? Нет. Ладно. Фаербол. О, остановился. Остановился, но не помер. Вот. Он не один такой. Здесь много таких странных противников. Выглядят как обычные, но у них что-то ХП дофигища.
Они, по-моему, все трое такие. И что я с ними должен делать? Идти искать опять инструменты. Что у нас тут есть? Топор есть. Топор, конечно, не катана. Да ё-моё, в кого я лысый? Ага, сейчас. Ну. О, попал. Я в него и целил. Ну, вот сейчас я так тоже целил, потому что это был предупредительный выстрел. Не надо меня бить, иди к черту. Ну, надо еще инструментов, что я могу взять. Да. Вита. Ну что вот это тогда взять? Кыш. Вот они сейчас все трое будут за мной ползать и ползать, но они же жирные до ужаса. Все трое. И что я с ними должен делать? О, одного все, минусанул. Сколько у них хп-то, господи. Они реально утомляют. Оп. Кажется, кто-то сдох. Привет. Куда это тебя дернуло? Всё. Третий тоже минус. Справился, но их всего трое. Их там еще целая толпа, он бегает. Дубинка. Блин, дубинка, говорю. Здорово. Тоже что ли жирный? Только жирных боксеров не хватало. Иу. Подъем. И обратно. Теперь ты. Так, пойдем сюда. Здесь было какое-то оружие, прям закаленное во пламени. Эребора, Берримора, не знаю. Где-то там, короче, оно закаленное в пламени каком-то. Оно должно быть круче обычного. Все. Это все, что нам надо знать. Целимся в почку, которых у него, похоже, нет. Все же до скелета пробито. Ну да, конечно. Мега оружие сломалось. А, я вот добрался одного фаербола. Ты тоже что ли этот дивергент? Будешь за мной 2 часа бегать, не дохнуть. Магия в прыжке. Минус. Попал. Эй! Ну? Попал. Они тоже все избранные, да? Ой, блин, зачем их столько тут этих избранных-то? Что это такое у нас тут? Весло. Дынь! С дистанции пытаешься там подать? Ну давай с дистанции с тобой говорить, чё. Бэм! Давай гори. Вот так. Я подожди, я принесу какую-нибудь мега вещь.
Ого, да. Дынь. Да, даже молот, закаленный во пламени кофеварки, все равно... все равно сломался об него. Блин, что это за враги такие? Минус. Прям враги-враги. Злобные. Еще один такой же, да? Да. Блин, ну вот... Ну, зачем их столько тут таких? Лопата зато есть. Да-да. Так все и было. Ну. Гори. А я пойду возьму последний ик-экземпляр. Там еще копье, правда, но оно обычное. Он там горит и ругается. Ругается и горит. Все, кончился. И топор не понадобился. Ну вот сейчас понадобится, там еще целая толпа. И сколько среди них тоже таких неубиваемых. Вот пор неубиваемый, видите? У него топор сломался. Дядька, отвали! Ну, бежи вперед! Что это там такое? Гайчатый ключ? Это все? Это я копье уронил. Тут что-то еще было, да? Нет? Ножик. Этот тоже неубиваемый. Да что ж такое-то, а? Я реально утомлять начинают. Не то, чтобы их убить нельзя совсем, прям нельзя. Но вот этот вот процесс одного и того же волтузить, 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 он начинает утомлять. Сейчас в спину кто-нибудь залезет, ну нафиг. Держи. Эй, дым. На. Тут где-то я дубинку видел. Кастет? Серьезно? Не, кастет это не оружие чернокнижника явно. Бланш опрокинулся. А этот сумму втащил. Жуть желудцу в самое тебе стрельнем. И кувалдой по кумполу. Нормально? Опять он сумму втащил. После каждого фаербола падает. Вот, дубинку, кстати, я тоже нашел. Минус второй. Но этот вообще какой-то прям бессмертный. Что, бессмертный, да? А, нет, бессмертный. Но все равно, надоел ты до ужаса. Очень ты надоедливый, кошмар. Че, идите нафиг. Опять толпа бессмертных. Эти тут втроем разбираются еще. Ну пусть разбираются. Блин. Фейербол. Ты тоже бессмертный? Все бессмертные. Так, этот помер. Пищ. Вообще пофигу на все.
Тут всей толпой одного заволтузили, остальные все бессмертные, видимо. Нос. Ой. Ну, ну, фаербол! Утомительно, утомительно. Надо искать инструменты. Которыми можно кого-нибудь стукнуть. Так, убегаем быстро отсюда, пока меня тут не заблочили. Ха-ха, вовремя. Тайминги, а? Видели какие-то тайминги? Это просто идеальные тайминги. Дай ему еще пару раз по кумполу. От меня ему еще дай. Он в ногу ему шарашит. Оп, нашел биту. Попал? Молодец. По мне не попади. И теперь он будет пытаться по мне попасть. Держи. Мусорник, между прочим. Ой, ну у меня все равно мусорник. Блин, как-то не пролетел он. Здоровый сдох походу. На, гореть? Гореть, говорю. Вот, нет, он не горит даже. Повар. Есть, повар загорелся. Этого надо поджечь. Этот загорелся. Да блин! Ну что же я так туплю-то, а? Вот именно из-за утомительности, видимо, и туплю. Кыш! Интересно, сколько хп они теряют от горения? Тоже мало. Держи. Эх, какие они все такие. No. No. Чё, сгорел? Чудик. Есть! Попал! Он даже пукнуть не успел. Этот стулом закрывается. Деревянным от огня! Совсем сдурел, что ли? Он тоже неубиваемый, да? А, он тоже неубиваемый. Еще час бодаться с вот этим вот одним. Там, по-моему, был еще какой-то стреляющий предмет. Надо пойти посмотреть. А что у нас по сейфам? Обожаю сейфы в этой игре. Они открываются прям... Не открываются. Бита есть. А тут хп нигде нет, ничего. Нет, нет, хп нет, нет хп. А чё так? А, вон хп есть. Туплю-то. Я всегда туплю, могли бы уже привыкнуть. Так, держи. Магия! На этот раз стрелообразная. Из стрелов. Блин, промазал. Попал.
Давай, на меня беги прямо. Чтобы мне попасть было проще. Держи. Держи. Не подходи! Надо его поджечь. А он не горит нифига. Не, горит. Ну сколько вот у него хп? Зачем ему столько? Не понимаю. Стрела, по-моему, сквозь него вообще пролетела. Вот сдох наконец. С первой сразу лег. Вот это нормально. А это что, все? Они что, все-все? Кажется, все-все. А ты кто? Пофигу. Держи. Арбалетик прикольный. А можно башку пришпандорить? Это слишком жестоко. Оп, это как он вам так? Прикрывает товарища своего с собой. И тут же на него наступает ногами. Фу. Фу таким быть. Слышь? Так, товарищ что-то понял и дёру дал. Гореть. Гори! Сгорел. No. Там еще кто-то бегает наверху. Остается надеяться, что он не бессмертный там. Но! Ну, наконец-то. Ну, это ладно, это якудзовский босс, он очень сильный сам по себе. Так, тут от танцора осталось только две шляпы. Если одна его шляпа, то чья вторая? Знать хочу. Проигрыватель пластинок стоит. Кстати, никто не обратил внимания, что в туалете стоит туалетная кабинка. Привет. Ты все? Или тебе помочь? Кажется, все. Ну вот, вроде как победа. Да? Нет? Все враги забороты. Босс-рум? Господи, прости. Еще и босс-рум? Ты что ли босс? Давайте в шбан. Вытаскиваем их на открытку. Тактически это будет верно, блин. А, попал в другого. Другого все же попал. Держи. Да стой ты, стой, говорю. О, 9. Ха-ха. Уровень начинает иметь свой конец. Блин, не в того попал. Я извиняюсь. Держи. Ах ты ж тварь! Ах ты ж что? Что? Это все, что у меня осталось от хп? С одного удара? Мне это не нравится. И-и-и-и. Минус 8. Эй-эй-эй-эй-эй! На перехват он мне побежал.
7. Там еще один сидит, как бы он мне в спину, не на это самое, не на костылячил. Если не на костылячил, то с этим-то я справлюсь, с боссом. Остальные кто? Союзники, что ли? А-а-а! Пью! Пью! Да стой ты! Ты можешь встать спокойно и стоять, не дергаться. Пока я обрушиваю на тебя всю свою огневую мощь. Бегает он взад-вперед. Как сарделька в кастрюле. Так, ну что там? Желтый ключ. Дверь! Дверь, ты что? Блин, идите нафиг. У меня хп нету, дайте хп немножечко. Не дадут, они сейчас будут просто меня все гнобить. На, держи. Пищ. Зафокусим одного. Близко не подходим. Потому как меня могут очень больно ударить. А у меня хп нет. 4. Есть, загорелся. Гореть! За Матильду! Давай! О, двое горят. Так хорошо. Я мощно. Попал. Трое. Ой. Следующий. Один остался. Ну, что ты мне сделаешь? О, второй глаз надо влепить тоже, чтобы одинаковые были. Для симметрии. Оп, как его отодвинуло-то. О! Да какие прокасты умею делать? Магические. И не очень. Отходим. И кастуем дальше. Не, ну если бы не арбалет, все было бы совсем плохо, я думаю. За арбалет автору отдельное спасибо. Держи. А. Блин, я думал, встанет. А, это тот, который типа живой, но он не живой, но как живой. Блин, ну это босс прям... Учитывая, какие остальные, этот, наверное, вообще никогда не помирает. Он просто ходит вечно. И не помирает никогда. Оп. Он уворачиваться начал, смотрите. Интеллект искусственный. Нейросеть заработала. Но. Воу-воу-воу. На чем это я? На шляпе, что ли, опять взлетел? Ну, иди сюда. Прокаст, прокаст магический. 3 фаербола. Держи. А? Не подходи ко мне, у меня хп нет. Я могу помереть, даже если ты в мою сторону вырубишься. Так что держи дистанцию. Для моей безопасности.
Ну. Вот. Ну, сдох, да, нет? А где он? Кажется, он разобрался, или это он, черт его знает. Так, выход там, где вход, да? Выход там, где вход. Ну и погнали. Это не мое. Погнали. 45 минут заняло вот это вот у нас действо. 189 противников. Ну, кстати, у меня были уровни, где противников было и больше. Так что это, ну, не сказать, что прям предельный показатель. Вот, но 45 минут, это, конечно, это сильно. Возвращаемся в меню. Верните мне музычку. Спасибо. Ну и подводим итоги. Ну, что можно сказать? Сам по себе уровень забавный. Что там с кнопками, правда, непонятно. Они, по-моему, давали союзников, и что-то из оружия падало. То есть это, ну, как бы... Нашел кнопку, нажал, что-то дополнительное получил. Плюс эти какие-то там дополнительные помещения, куда ты можешь залезть, что-то там найти. Это прикольно, это забавно. Но вот эти противники, блин... Это, наверное, главный недостаток уровня. То есть просто утомительно очень долбать одного и того же полчаса. То есть он не то чтобы опасный, он просто убивается час. Ну, не знаю... Может, кому-то такое понравится, но мне эти вот противники, они показались просто утомительными. Порезать бы им ХП, чтобы они падали нормально. Пусть будет уровень побыстрее проходиться. Да, то есть, ну, боссы, пускай они будут там сильные. И вот эта последняя пятерка, которая с боссом, да, они тоже, вот пусть они такими будут сильными. А остальные-то зачем, не очень понятно. Просто, ну, их и так много. А если каждого еще и долго долбать, то ты просто застреваешь, а так как это уровень не на прохождение сценарное, то есть ты не переходишь от одной арены к другой, там подрался на одной какой-то условной арене, перешел на другую куда-то прошел, опять подрался здесь, ты все время в одном и том же помещении, по сути, находишься. И, соответственно, вот эти вот долгие поединки, они утомляют. Ну, лично меня, может быть, я не прав, не знаю. В остальном уровень вполне себе годный, играть его можно, мне он... нравится, если убрать этот вот момент с переапанными противниками. Что сами думаете, черканите в комментариях, как вот вам такая идея, что среди обычных врагов полно врагов, которых надо полчаса убивать. Это как бы нормально, это лучше подольше как бы бодаться или как бы побыстрее. В общем, как думаете сами, черканите в комментариях. Но в принципе уровень как бы играбельный. Не сказать, что он хлам, хороший уровень. У меня только претензия к сильным противникам. Вот этим. Непонятна вот эта логика, а в остальном уровень хорош. Что касаемо сложности, ну, в таком виде, каком он сейчас, новичкам я бы, наверное, не рекомендовал, потому что затюкают вас. Вас просто затюкают. Вот и все. Остальные, пожалуйста, пробуйте проходить. Уровень достоин внимания. Итак, называется это Chef's концерт, концерт шефов. Как я понимаю, там все шефы ПТТР собрались. Автор Сэму 85, он же Blackbird. Скачиваем, играем, ставим лайки. Не забываем все время ставить лайки авторам за их работу, потому что работу они делают большую, а мы как бы потом этой работой пользуемся. Играем замечательные уровни и развлекаемся, отдыхаем. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал и проставиться лайком. Всем всего и до встречи.